Челнах рассматривают вопрос об открытии дополнительных точек вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач города Эльгизяр Бариев. На сегодня ежедневно в Автограде в среднем прививают 1300 человек. И по прогнозам Роспотребнадзора, число желающих получить вакцину будет расти. К слову, в других городах страны уже практикуются пункты вакцинации на дачах, в метро и внутри дворов. В Челнах мобильный пункт пока один в торговом центре «Омега». И пока что его и поликлиник достаточно. Этот вопрос на сегодняшний день в рабочем порядке прорабатывается в исполнительном комитете. Если будет такая необходимость, то, естественно, они будут приближены максимально для того, чтобы у людей имелась возможность вакцинироваться без больших проблем, без очередей. Между тем, инспекторы Роспотребнадзора продолжают выявлять вернувшихся из-за границы челнинцев, которые не сдали обязательный двойной ПЦР-тест и не занесли данные в портал госуслуг. За неделю двоих нарушителей оштрафовали на общую сумму 15 000 рублей.